Вместо традиционного перерезания ленточки в день открытия здесь поливают денежное дерево. Новый фиджитал офис Альфа-банка удивляет с первых минут визита. Само название фиджитал означает сочетание передовых цифровых технологий и физического присутствия, простого человеческого общения. Так при входе клиента встречает терминал с системой распознавания лиц. Искусственный интеллект поздоровается с гостем по имени, спросит, по какому вопросу он пришел, и предложит присесть за любой столик. Затем остается только немного подождать сотрудника банка, который сам подойдет к клиенту, угостит кофе и поможет со всеми интересующими вопросами. Банковская стойка, провода, закрытые окна, много рекламы. Этого ничего здесь нет. Есть светлые открытые окна. Все, что здесь происходит, видно с улицы. Нету стоек. Есть вот уютные такие маленькие столики. Место зонировано таким образом, чтобы каждому было удобно обслуживаться. Есть закрытые переговорки в том числе. Для комфорта клиентов, помимо двух банкоматов на входе, здесь есть третий, расположенный в отдельной комнате. Им могут воспользоваться, например, те, кому нужно положить или снять с карты крупную сумму. А еще Альфа-банк с уважением относится не только к клиентам, но и к их питомцам. Все отделения компании можно посетить с домашним любимцем. Кроме того, здесь нет стандартной для банков армии компьютеров. Сотрудники используют планшеты или легкие ноутбуки. Это не только удобно, но и быстро. Например, открыть счет для индивидуального предпринимателя здесь можно всего за 10 минут. Кстати, многие представители бизнеса Ленинского округа пользовались услугами Альфа-банка и до открытия отделения в Видном. Любое открытие финансового учреждения на территории Ленинского городского округа – это значимое событие. Оно значимое для жителей города, ну и в первую очередь, конечно, для предпринимателей, которые работают на территории. Альфа-банк – это партнер торгово-промышленной палаты. Как я уже говорил, мы очень много различных мероприятий проводим вместе, проектов реализуем. Поэтому я надеюсь, с открытием данного филиала близость банка к предпринимателям будет еще больше. Формат фиджитал-офиса позволяет проводить на территории банка бизнес-завтраки и ужины для предпринимателей. За чашкой кофе они смогут обсудить ситуацию на рынке и узнать о специальных программах Альфа-банка. Подобные мероприятия регулярно проходят в других муниципалитетах. В планах банка провести такую встречу и в Видном уже этим летом. Финансовая система переживает, мягко говоря, не самые стабильные, не самые приятные времена. И тем отраднее констатировать факт о том, что банк, полностью частный банк, не просто не останавливает, не сворачивает свои какие-то программы, а открывает офис, первый офис в нашем Ленинском округе. Они делают вещи, которые не делает сейчас ни один из банков, в том числе более крупных банков в нашей стране. Поэтому будем посмотреть, но я не сомневаюсь, что получится. Видновское фиджитал-отделение Альфа-банка стало 8-м по счету в Московской области. До конца года компания планирует открыть еще 6 подобных офисов в регионе. Альфа-банк ждет старых и новых клиентов по адресу Школьная, 23. Отделение открыто по будням с 10 утра до 7 вечера. Олеся Попова, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.